Приветствую вас, друзья! Сегодня я представляю вам мир торговли. Все вы в курсе, наверное, да, что в ближайшие 5-6 лет вся торговля уйдет в цифровую форму. Тут приведены высказывания людей, которые непосредственно вплотную связаны с этой сферой. Тут и Греф, и Гонтарев, Дуг Макмиллан, директор Walmart, которые утверждают, что в ближайшие 5-6 лет вся торговля уйдет в цифровую форму. Будущее будет за экосистемами, которые обслуживают миллионы клиентов по всему миру. Вы знаете такие площадки, как Amazon, Google, Facebook, Alibaba, AliExpress и в том числе мир торговли, про который мы сегодня поговорим. Эта площадка, это экосистема, которая объединяет возможности маркетплейса, онлайн-гипермаркета, кэшбэк-сервиса, платформы для поиска партнеров, социальной сети и инструментов для управления бизнесом. Вы, наверное, слышали, да, что кэшбэк на каждом углу, вот, то есть есть целые сервисы, проекты, которые вокруг кэшбэка делают целый бизнес. И здесь кэшбэк как одна из составляющих этой платформы. Мир торговли заменяет все крупнейшие торговые площадки. То есть мир торговли объединяет в себе все преимущества различных интернет-магазинов, интернет-площадок там, и так далее. Это единое окно доступа к любым товарам и услугам для бизнеса и частных лиц. Это может быть и оптовая продажа, и розница, и совместные покупки. Здесь можно найти подрядчиков на любые работы, а также зарегистрироваться самому как исполнителю. На мире торговли можно найти все, с чем сталкивается человек, открывая глаза. То есть, начиная от одежды, заканчивая там автомобилями, мебелью там, и так далее. То есть, все что угодно. Это первая такая торговая площадка, где все можно будет купить за криптовалюту. То есть, 45 миллионов владельцев криптовалютных кошельков уже могут потратить свои сбережения именно на площадке мир торговли. Блокчейн, наверное, слышали, что такое, да, на каждом углу про него говорят. Вот так вот, мир торговли работает на блокчейне, что гарантирует дополнительную безопасность каждому участнику. Безопасность покупателям, то есть это прозрачность сделки, гарантия качества товаров, возможность возврата денег. Для поставщиков это гарантия автоматического сохранения чеков, контрактов, закрепления клиентской базы. Для франчайзи это гарантия того, что будет прозрачность начисления, распределения средств, гарантия сохранения всех закрепленных клиентов, поставщиков и партнеров. Мы строим новую экономику. То есть каждый участник мира торговли, это покупатель, поставщик или франчайзи, получает доступ к уникальным преимуществам. А здесь покупки выгоднее, чем во всех остальных магазинах. Почему? Потому что здесь есть скидочные купоны, кэшбэк рублями или криптовалютами любыми на банковскую карту, доступ к оптовым ценам, любой достойный способ оплаты, совместные закупки, то есть анализ предпочтений и индивидуальный подбор акций. Каждый здесь может заработать на партнерской программе. Как она выглядит? Клиент рекомендует друзьям бесплатно зарегистрироваться в мире торговли. Друзьям нравится экономить, и они, соответственно, рекомендуют дальше своим друзьям. И клиент получает процент со всех кэшбэков друзей или их друзей, а также их друзей. И окупает свои повседневные расходы в магазине. Поставщики мира торговли – это абсолютно все производители товаров, технологий и услуг онлайн и офлайн, независимо от региона и масштаба бизнеса. Регистрируясь на площадке, предприниматели получают бесплатный доступ к миллионам клиентов. Дополнительный доход, то есть кэшбэк, от любых покупок каждого человека клиентской базы. Страница на мире торговли заменяет персональный сайт. То есть для поставщика это полноценный интернет-магазин со всеми инструментами для качественной продажи, доставки и так далее, аналитики. В личном кабинете доступна вся информация по сделкам в режиме реального времени. То есть это может быть информация о статусе обработки заказа, информация о совершенных покупках, статистика просмотров, информация об остатках, статистика по рекламным каналам, уведомления о отзывах и вопросах клиентов и так далее. Каждый поставщик получает функционал, заменяющий штатного маркетолога или программиста. Бесплатная реклама и продвижение, доступ к аналитике конкурентов и отрасли в целом даже. Да? Интеграция с CRM-системой, то есть это автоматическая, ну, как бы, система обработки или система аналитики, автоматизированная выгрузка товаров.
В ближайшее время также будет запущен сервис на основе искусственного интеллекта. Он будет формировать персональные рекомендации по повышению продаж. То есть на основе анализа поведения миллионов покупателей. Да, это уже будущее, которое наступило. Инструменты автоматизации будут генерировать новые продажи. Что это такое? Ну, как вы, наверное, знаете, что есть такие сервисы, как пуш-уведомления, чат-боты, email-рассылки, приложения. Приложения на сегодняшний день уже загружены в App Store, Google Play, где вы можете загрузить и смотреть, как выглядит ваш бизнес, на какой стадии, что надо сделать и так далее. То есть вся аналитика. В перспективе мир торговли возьмет на себя обязательства по операционным процессам. То есть это упаковка, возвраты, доставка, сертификация и отчетность. Мир торговли – это первый онлайн-гипермаркет, который дает такие возможности для малого бизнеса. 15 тысяч, да, франшиза мира торговли – это разовая инвестиция. От 15 тысяч рублей с потенциалом прибыли до 200 тысяч долларов в месяц. То есть такого нигде нет. То есть с 15 тысяч рублей начать такой глобальный бизнес, я думаю, навряд ли вы найдете. А наши франчайзи – это начинающие и опытные предприниматели, а также люди, которые хотят работать на себя, независимо от их социального положения, статуса, образования и уровня дохода. Франчайзи получают уникальную возможность привлекать на мир торговли поставщиков и получать фиксированный процент с их оборота. Можно регистрировать поставщиков любого масштаба. Можете договориться с крупными брендами, такими как Samsung, Apple, Чудо-йогурт, там, Додо Пицца и так далее. Или же пригласить местных фермеров и небольших производителей и окупать затраты на покупку продукции у этих поставщиков. Инструменты для увеличения продаж поставщика и своего дохода. Франчайзи может стать полноценным представителем поставщика и взять на себя доставку товаров, логистику, оформление страницы магазина на площадке. Можно привести 5 поставщиков, развить их и зарабатывать как с 20 поставщиков. Постоянный рост прибыли. Новые покупатели, поставщики и франчайзи мира торговли автоматически распределяются между франчайзи. Это возможность получать стабильный пожизненный доход от поставщиков, покупателей и партнеров. То есть можно зарегистрировать несколько поставщиков и пожизненно иметь процент со всех их продаж. Представляете? Один раз зарегистрировали поставщика и пожизненно получаете определенный доход с его дохода, с его продаж. Поставщик навсегда остается закрепленным за франчайзи. Франчайзи перестает получать процент только при расторжении договора. Можно выйти на любой доход, он зависит только от активности франчайзи. Помимо процента от продаж поставщиков, прибыль франчайзи формируется еще из нескольких источников. Какие это источники? Ну и, во-первых, это процент от всего товарооборота площадки. Второе, это вознаграждение за развитие франчайзинговой сети, партнерский бонус. И процент с покупок клиентов, то есть рекомендации клиентов, то есть ваша реферальная ссылка, вы отправляете любому человеку, он заходит на площадку, что-то покупает, приобретает, а вам начисляется процент от его кэшбэка. А заработок на развитие партнерской сети – это высокая прибыль на старте и долгосрочный доход. То есть мир торговли предлагает гибридную систему вознаграждения, которая сочетает достоинство классического и скорость бинарного компенсационных планов. Активные франчайзи получают автобонусы и участвуют в жилищной программе. Также путешествуют по всему миру. Вот недавно у нас был промоушен, назывался он «Бриллиантовый бриз». Наши лидеры ездили, летали в Доминикану, где проходили обучение от президента, хорошо отдыхали и получили заряд мощной энергии. Франчайзи получают все инструменты для успешной работы. Это и лендинги для работы, это маркетинг-киты для проведения встреч, презентации для отправки по почте и оформленные договора для закрытия сделок. То есть полностью у вас бизнес под ключ. Бизнесом можно управлять удаленно из любой точки мира. У вас есть мобильное приложение для контроля бизнеса. Есть личный кабинет, где есть вся статистика, контроль выплат, бонусов в реальном времени. Мы делаем из франчайзи экспертов и помогаем быстрее построить успешный бизнес. Партнеры мира торговли получают пошаговое обучение в онлайн-академии и тренинги от ведущих мировых спикеров по личностному росту, продажам, созданию личного бренда. Все это у вас есть в кабинете. То есть для новичков у нас есть определенные уроки,
которые они проходят в университете. В своем кабинете нажимают кнопочку «Университет», заходят на начальные курсы, сдают тесты прямо у себя в компьютере. Пройдя определенные шаги, переходят на следующий уровень и так далее, продвигаются дальше по урокам. Да? Уроки там делятся по темам там, и так далее. Можно запустить любой свой бизнес-проект и развивать его в мире торговли без больших инвестиций. Партнеры могут реализовать свою готовую бизнес-идею или воспользоваться сервисом аналитики рынка мироторговли. Он подскажет, какие ниши свободные и наиболее перспективные. Каждый франчайзи может стать совладельцем компании. Что это значит? В 2018 году, в октябре, мир торговли выходит на ICO, чтобы масштабировать бизнес в регионы. Франчайзи получает возможность купить токены компании по минимальной цене. Цена будет, естественно, для партнеров франчайзи минимальная. И, соответственно, перед выходом или на момент выхода на биржу цена токена, естественно, будет уже намного выше. Это еще один инвестиционный инструмент для наших партнеров. Наша миссия – это открыть простым людям доступ к мировому рынку, новейшим технологиям и знаниям, чтобы дать им возможность изменить жизнь к лучшему. Мир торговли изменит жизнь каждой семьи. Присоединяйтесь.